где мы стоим, там стоит АГС обязательно. То есть я всегда при деле. Как наседают, так и работают. Требует, конечно, немножко отношения более тонкого, чем автомат. В плане, то, что тут надо знать, как прицеливаться, когда не видишь цели. То есть понимать в угломере. Компасом пользоваться немножко. Самый меньший это 30-50 выстрелов, самый большой это 400. То есть можно на раз-два выпустить, а можно растягивать удовольствие. В зависимости от надобности. Лента с зарядами подается по этой улитке. Почему она называется улитка? Подается до упора сюда, и тогда точно влазит 30 зарядов. Очень полезная. По опыту неожиданная. Прилетает так, что не ждешь ты. Залетает в укрытие. Открытый окоп. Не очень-то от него спрячешься. Пуля летит по прямой. Но если ты привык уже, что она пролетела, ты пригнулся. У нее своя траектория, которую ты уже просто научился там слышать выстрел, отличать его от щелчка пули, то это ты можешь пропустить этот выход. Среди вот этого всего свиста и щелчков пуль ты пропускаешь выстрел АГС, и в итоге это неожиданный разрыв где-то над головой или возле. И все. И ты понимаешь, что сейчас еще могут быть, и единственное желание это просто запрятаться. Оружие должно нравиться. Если оно не нравится, не подходит, тебе не хочется им заниматься, то толку не будет.